Мы продолжаем телевизионное утро пятницы на канале «Россия-1» Карачаево-Черкесия. Благодарим наших коллег из регионального телевизионного журнала «Северный Кавказ», которые рассказали нам о последних новостях северокавказского и южных округов. А в нашей программе сегодня мы расскажем о том, как приготовить самые вкусные, самые ароматные и высококалорийные осетинские пироги. Побываем у наших коллег в доме радио, а также поздравим юбиляров. Итак, начинаем. Поехали. Сегодня очень сложно представить нашу жизнь без радио. Кто-то, встав утром с постели, включает радиоприемник и слушает его целый день. Кто-то слушает радио на работе, а кто-то не может представить своей жизни, если в любимом автомобиле не звучит прогноз погоды, новости или любимая музыка. 7 мая наши коллеги из республиканского радио отметили свой профессиональный праздник. Говорят, ложка дорога к обеду, но я очень надеюсь на то, что наши радищики, так их называют телевизионщики, на нас не обидятся. Ведь мы делаем одно дело. Каждый на своем месте. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. История радио Карачаево-Черкесии насчитывает уже более 60-летий. А ведь какие-нибудь 10-15 лет назад радио предрекали печальный закат. И в какой-то момент такое мнение можно было принять легко. Сейчас трудно поверить в то, что такое суждение в принципе могло существовать. Радио прочно закрепилось на своих позициях и все так же продолжает бороздить просторы эфира. О значимости радио можно говорить по нескольким причинам, то есть можно привести несколько причин. Во-первых, чаще всего мы привыкли к тому, что если это телевидение, то это надо смотреть. В том же интернете нужно все это просматривать, нужно там делать какие-то манипуляции, газету тоже надо читать. Но радио – это одно такое преимущество заметное, то, что ты можешь помимо своих основных дел еще и слушать его. То есть ты можешь заниматься своими делами, и в том числе радио – одно из таких средств, электронных средств массовой информации, которое сегодня можно поймать практически везде. То есть где бы вы ни находились, вы обязательно, может быть, там телефон не ловит, но зато радио будет ловить. В 2017 году радио Карачаево-Черкесии перешло на новый цифровой формат вещания. Была проведена полная модернизация и переход на FM-передатчик «Радио России» на частоту 91,2 МГц. Это дало возможность расширить и диапазон вещания, и аудиторию радиослушателей, некогда потерянную, а также слушать радиоэфир на языках народов Карачаево-Черкесии автомобилистам. Сегодня даже в составе вот, мультиплекса, вот это 20 каналов, там есть «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Точно так же наши программы службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия можно сегодня слушать в нескольких пакетах, в том числе можно поймать почти в любом месте на любом приемнике. Это тоже облегчает задачу и для нас в том числе. Есть еще определенная новость, она касается жителей отдаленных населенных пунктов в силу географического расположения аулов, других населенных пунктов в нашей республике. 91,2 FM «Волна», которая, допустим, на которой можно поймать черкесские, там не поймаете его. Но есть уже работа, это проделано. В этом плане вы просто находите свой населенный пункт. В Инстаграме есть профиль «Вести Карачаево-Черкесия». Там был прекрасный ролик, который сделали наши коллеги с телевидения. Там в этом ролике указаны населенные пункты и волны, на которых ловят в этих населенных пунктах «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». Но в данном случае мы говорим сейчас о «Радио России». То есть вы просто находите свой населенный пункт и будете уже знать, на какой волне вам нужно ловить. Что касается самого радио, в том числе работа ведется и по техническому переоснащению радио.
Это и новое оборудование, которое постепенно внедряется, оно облегчает жизнь и работу и журналистам, и техническому персоналу, всем, кто задействован в выдаче эфира. Радио Карачаево-Черкесии вышло на новый уровень не только в техническом плане. Обновились формы подачи материалов, расширились современные площадки для общения с радиослушателем. Но главным преимуществом радио Карачаево-Черкесии является то, что в эфире звучит информация о политической, социальной, культурной, спортивной жизни народов республики на 5 родных языках субъекта Российской Федерации. Чистая литературная речь звучит очень редко. И в этом плане журналисты наши, они делают очень важную работу. Они говорят на литературном языке. Они общаются с радиослушателями на языке, которым общались наши предки. Это очень важно, тем более, что для подрастающего поколения, которое сегодня очень мало говорит на родном языке, мало использует свой родной язык в повседневности. Мы привыкли, что ребенок в детском саду говорит на русском языке, в школе на русском языке. Но при этом очень важно знать и свой родной язык. Это все-таки наши традиции, обычаи. Это все передается вместе с молоком матери, тот же язык. Здесь они делают очень важную работу. Подчеркну это еще раз. К примеру, возьмем передачу «Очаг». Она выходит на абазинском языке. Ее более 30 лет. Ее ведет Александр Аджибеков, наш коллега. Он передачу, когда запустил, может быть, не тогда еще не думал о том, какое назначение будет иметь для наших радиослушателей. Эта передача очень добрая, она о традициях, о бытии, о народе. И самое интересное, что эта передача более 30 лет идет в эфире, и она интересна слушателю. Такие же передачи можно привести в пример и в других редакциях. В краю гор на карачаевском языке, эхо на черкесском языке. Допустим, передача в нашей республике или безреспублика, да, нагайцев на русском языке. Это передачи, ну, может быть, знаковые такие передачи, которые идут уже много-много лет. Это программа «Ракурс», потом программа «Республика». То есть таких передач много в национальных редакциях в том числе. В радиоэфире, впрочем, как и в телевизионном и интернет-форматах, всегда есть конкуренция, выдержать которую становится все труднее. У каждого журналиста есть свой инструмент, своя формула успеха, благодаря которой он привлекает к себе радиоаудиторию. Попробуем узнать профессиональные секреты коллег. Первое, чем нужно подкупать слушателя, это оперативность. И главное, чтобы эта информация была доступна. Очень много проходит, допустим, разных мероприятий. Может быть, что-то интересное, то, о чем, допустим, радиослушатель не узнал где-то в другом средстве массовой информации. Главное тут оперативность. Информация, которая должна быть доступна, вовремя изложена и передана твоему слушателю. В то же время нужно сказать о том, что мы стараемся делать так, чтобы выпуски информационные были более насыщенными. В этом плане мы сделали небольшое изменение в программе «Вести Карачаево-Черкесия», информационный выпуск. Теперь она стала более объемной. Там появились синхроны и очень много полезной информации, которую диктор, допустим, в силу разных причин, в том числе и ограничений по времени, не может рассказать. Но тут пошли на такое небольшое ухищрение. То есть, если какая-то информация есть, ее синхрон, то есть синхрон респондента мы выдаем в эфир, и он за минутку старается очень кратко объяснить, в чем суть, куда обратиться, что сделать и так далее и тому подобное. Это очень важно, что люди сегодня получают максимум информации, и это очень важно, потому что где-то вы можете прочитать эту информацию совсем коротенькую, она как пресс-релиз прошла, и вы не знаете подробностей. Но в этом плане мы стараемся вот все-таки делать так, чтобы люди получали как можно больше информации и качественной проверенной информации в первую очередь. Но что еще можно добавить? Радио — это прежде всего голоса, голоса знакомые нам, кому-то, может быть, десятилетиями, кому-то буквально там года 2-3 назад вы услышали первый раз. Самое главное — это голос, к которому привыкли. Вот представьте, голос Юрия Левитана, ведь мы все помним его. Мы помним, как он объявлял о начале войны, мы помним, как он говорил о победе, как он рассказывал о тех или иных событиях, которые происходили в стране в то время.
голос тоже имеет очень важное значение для радиослушателя. Если ему он не нравится, он, естественно, будет переключаться и слушать что-то другое. За более чем 60 лет в Золотом фонде Республиканского радио собрались и бережно хранятся материалы, аудиозаписи, цену которым определить сегодня сложно. Это голоса, воспоминания, интервью людей, чьи имена определяют историческое, культурное наследие народов, проживающих в республике. Около 11 тысяч единиц пленок, которые сегодня имеются в распоряжении нашего архива, мы привыкли говорить «Золотой фонд радио». Потому что действительно фонд заслуживает такого звания, потому что информация, которая там хранится, которая до сих пор оцифровывается, она очень полезная. Но вот такие голоса, голоса людей, которых, к сожалению, уже нет в живых, вы их нигде больше не найдете. Поэтому с этой работой нужно не забывать о том, что вот эти моменты, вот такие цифровые носители, которые мы сейчас используем для передачи, для оцифровки, они очень важны. Пленка портится очень быстро, тем более ферромагнит, она огнеопасна, ее хранить нельзя. Одних записей о Ленине или информации, которая была посвящена ему, там несколько сотен этих пленок сегодня. Но мы их сейчас не оцифровываем, сейчас мы работаем больше над национальными редакциями, на русской редакции, потому что там сохранился вот такой пласт информации, который нужно сохранить для потомков. Буквально в прошлом году мы записали, оцифровали запись Владимира Джанибекова, космонавта, который рассказывал о многих интересных вещах, как он приезжал в Карачаево-Черкесию. Здесь на радио с ним наши коллеги, дикторы, журналисты общались. Он рассказывал об интересных особенностях своей деятельности, о том, как он побывал в космосе. И рассказывал о эффекте Джанибекова, барашек, который в одну сторону крутится, а потом внезапно меняет траекторию и возвращается обратно. То есть сегодня над этим интересным феноменом трудятся и вообще изучают его даже за рубежом. Вот такие вещи он рассказывал, мы послушали эту запись там около 2 часов. Вот такие вещи нужно сохранять, они очень пригодятся. Качество любого продукта определяет его конкурентоспособность. В огромном море радиоэфира сегодня довольно сложно выдержать конкуренцию, легко раствориться и потерять своего слушателя. Как поддерживать обратную связь с аудиторией для того, чтобы оставаться востребованными в радиоэфире? Радиослушатели звонят по разным причинам. Кто-то, допустим, не услышал какую-то информацию или вовремя там не успел записать какой-то номер телефона. Чаще всего речь идет о вот таких вопросах. Там, подскажите, там мы не услышали, когда пойдет вот такая-то акция. А как нам позвонить туда и туда? Бывают случаи, что люди звонят и говорят, вот вы передали на радио, вот такая-то ситуация. Нам сказали, что вы сказали, что нужно обратиться в какое-то министерство, ведомство, а нам там не отвечают. И бывает, что ты звонишь вместе с этим человеком или по его просьбе сообщаешь информацию, говоришь, что вот ребята не могут с вами связаться. И вот были и такие случаи. Бывает, что звонят, говорят, вот там у нас во дворе, там соседнем, собаки и кошки плачут, там гавкают, мяукают, в общем, бедлам, непонятно, что там происходит. Приезжайте, посмотрите. Ну вот мы поехали по одному адресу, который находится чуть дальше рынка. Там оказался приют временно для животных. Как оказалось, хозяйка приюта была вынуждена собрать их себе во дворе, у себя во дворе, потому что ее территорию забрали. Ну, ей дали участок, мы сделали об этом материал, рассказали о том, что вот приют находится там временно, что в скором времени, допустим, переведут их в новое место, и там уже не будет этого приюта. То есть разные ситуации. Кто-то жалуется там на управляющую компанию, кто-то говорит о том, что ребята, давайте побольше музыки. Мы хотим слушать там старинные мелодии, старинные песни, которые мы там на которых мы выросли, которые мы слушали с детства, которые им знакомы. Ну, разное бывает, и чаще всего люди звонят и
просят там, ребят, сделайте сюжет о таком-то, таком-то человеке. Вот он очень многое сделал. В период пандемии много звонков было о том, как позвонить на горячую линию, как вызвать себе врача, что сделать в такой ситуации. Просили же еще и о том, чтобы сделали материал о враче, который там занимался с пациентом, там физиотерапией, еще чем-то ухаживал и так далее. То есть ситуации разные, все они жизненные и все они понятны. То есть мы стараемся помогать и делать все для того, чтобы радиослушатель был доволен. Коллектив радио ГТРК «Карачаево-Черкесия» сравнительно молодой. 4 года прошло с тех пор, как не стало Михаила Накохова, который был не просто учителем, наставником для молодого поколения радиожурналистов. Он был душой этого коллектива. В начале этого года ушел из жизни Джелимби Юсуфович Аджиев. Он много лет возглавлял радиокомитет и был первым председателем государственной телерадиовещательной компании «Карачаево-Черкесия». Для нас самое главное – это День радио, и каждый год 7 мая мы, может быть, даже раньше, бывает, что чуть позже или в тот же день мы обязательно встречаемся, говорим друг другу добрые слова, пожелания, говорим о нашем общем доме радио, для которых действительно он стал, для всех нас он стал вторым домом радио, потому что мы большую часть времени проводим на работе, нежели в семье или среди близких и друзей. Традиции, они давно заведены, и мы всегда делаем материалы, допустим, встречаемся с ветеранами. Мы всегда уделяем пристальное внимание нашим ветеранам, всегда с ними общаемся, говорим. Сегодня, к сожалению, не так часто это происходит, но, тем не менее, мы никогда о них не забываем. Традиции радио, они, может быть, меняются, видоизменяются в какой-то степени, но тем не менее неизменным остается одно. 7 мая радио мы всегда собираемся и поздравляем друг друга с этим праздником. Век радио будет долгим, так определило время. Главное, чтобы радиоволны приносили всем нам только радостные вести, добрые новости о республике, о родных и любимых, чтобы каждый день в эфире звучали прекрасные песни и непременные. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі ғаз бұрғылана тартып қожары мұрат барды. Черкес қабы зғу көмедейш зұппейтім зағызы көжініға оқуға қыршы көчініш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканабы құрылыс басланяқ. Абаза район ақыт көрпінула адзы ағаза адра көріц айбзи қара қызлы, еге ам бөкірі аша ахтыралы анхарапа ауши. А сейчас мне предстоит выполнить очень почетную миссию. Джагафар и Асият Данаевы прожили вместе 50 лет и 9 мая отметили золотую свадьбу. В браке у супругов родились 2 сыновей и прекрасная дочь, которые, в свою очередь, подарили родителям 5 внуков. Именно дети обратились в нашу редакцию с просьбой поздравить юбиляра. Они также рассказали нам, что родители всю жизнь трудились не для себя, для людей. В далеком 1962 году Джагафар Закирьевич окончил Московский институт мясомолочной продукции и более 40 лет трудился на мясокомбинате в Черкесске. Сегодня это предприятие называется «Кавказмясо». А Асият Умаровна посвятила себя работе в бухгалтерии, трудилась в Черкесском ГРАНО в системе дошкольного образования. Сегодня с искренними пожеланиями крепкого-крепкого здоровья, благополучия и многих-многих поводов для радости к вам обращается ваша большая дружная семья. А мы узнали о ваших музыкальных предпочтениях. Ну, например, глава семьи любит песни в исполнении великолепного Муслима Магомаева. А Асият Умаровна любит слушать Вахтанга Кикабидзе. Как быть? Мы немного растерялись, а потом решили предложить в подарок песню в исполнении заслуженного артиста Карачаева-Черкесии Султана Байкулова. Yaşav ne gelin beni sen bol alsan
yolu yalmam. Sen olmazsan men kör almam. Sensiz amince yaşayalmam. Senin için gün çıkardı, senin için çılıtardı. Gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan solu yalmam. Sen olmazsan men kör almam. Sensiz amince yaşayalmam. Yaşamı sen yolun yarıtasa, nasibimi eşeğin sen açkansa, sümekli gökta biz niye uçayı, suklanırça bizge karak dünya. Seni üçün gün çıkadı, seni üçün çılıtadı, gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan solu yalmam. Sen olmazsan men kör almam. Sensiz amince yaşayalmam. Senin için gün çıkadı, senin için çılıtadı, gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan solu yalmam. Sen olmazsan men kör almam. Sensiz amince yaşayalmam. Sen solu yalmam, sen olmazsan men kör almam, sensiz amince yaşayalmam. Senin için gün çıkadı, senin için çılıtadı, gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan solu yalmam, sen olmazsan men kör almam, sensiz amince yaşayalmam. 6 мая – День памяти Георгия Победоносца. А на Руси этот день считался началом весны, приходом тепла и радости. А в православном календаре этот день тоже очень почитаем, потому что Георгий – защитник земли русской. Кстати, наши современники тоже углядели в этом дне некую символичность. Ведь именно 8 мая 1945 года капитуляцию фашистской Германии принимал Георгий, маршал Советского Союза Жуков. В Карачаево-Черкесии этот праздник тоже очень почитаем. К нам в регион приезжает много гостей, а на горе Шуана проводится праздничный молебен. Но сейчас мы расскажем вам не об этом празднике, а о традициях осетинского народа, которые тоже считают Георгия своим покровителем. Что может быть вкуснее пышных, ароматных и очень колоритных осетинских пирогов? Сегодня готовить настоящие осетинские пироги нас будет учить повар с многолетним стажем Кристина Чехова. Какие пироги мы сегодня будем готовить? Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить с зеленью, с мясом, с сыром и с картошкой. Но для начала растопим печь. Готовить мы будем по всем правилам, так, как это делали в старину. Теперь готовим тесто. Нам понадобится пшеничная мука, сахар, дрожжи, теплое молоко и немного растительного масла. Для начала обязательно просеиваем муку, чтобы она насытилась кислородом. Затем добавляем остальные ингредиенты и замешиваем опару. Секрет первый. Продукты нужно выбирать только высшего сорта, чтобы тесто получилось пышным и воздушным.
чтобы к рукам не прилипало. Ну и не загибать муку, чтобы тесто было нежное, да? Да. А когда мы будем добавлять масло? Вот, уже добавляем масло. Сколько? Немного. Немного масла. И уже вымешиваем масло, да? Да. Чтобы лишнее не взяло. Угу. Вот, переворачиваем, и пусть уже поднимается. А пара готова. Накрываем ее полотенцем и оставляем отдыхать. Сколько теста будет подходить? Около часа будет подходить, а сейчас займемся начинками. Кристина, какие начинки мы подготовили и из чего они состоят? Сегодня мы подготовили с картошкой. Это там пюре картошки с сыром и масло сливочное. А сыр какой? Домашний. Домашний сыр. А это с сыром просто начинка идет. Добавляем немного зеленого лука, соль по вкусу и муки. А мука зачем? Для того, чтобы она не расползалась и не растекалась. Это с мясом. Добавляем, это говядина у нас, естественно. Только говядина, да? Больше ничего не используем? Нет, только говядина у нас идет. Чеснок, соль, перец и сушеный укроп. Сушеный укроп, да? Да, чуть-чуть добавим. Все. И главная наша начинка? Это с зеленью. Это листья свеклы, уже нарезанные. Добавляем сыр, тоже домашний. То есть обычный сыр, который на рынке можно купить, да? Да. А мы выбираем какой-то соленый, не соленый, или разницы нету? Нет, что-то среднее. Среднее, да? Да. Угу. Можно даже свежего. Немного муки добавляем. Тоже. Опять муки, да? Да, без сырки. Так. Немного соли. Немного соли. И перемешиваем. Угу. Перемешиваем аккуратно. Листья сильно отжимать не надо, иначе они станут чересчур мягкими и выпустят много лишнего сока. Перемешали, а теперь добавляем зеленый лук и укроп. Если плохо связывается, можно добавить сливочное масло. Растопленное или кусочками? Растопленное. Тем временем подошло наше тесто. Начинаем работать. Из теста и начинки формируем шары. Они должны быть примерно одинаковыми. Берем тесто. У нас в пропорциях 400 на 400. 400 грамм теста берем и 400 грамм. Начинки, да? Да. Аккуратно собираем края теста в мешочек и защипываем. Слегка приминаем. Лишнее убираем. Лишнее убираем. Чуть-чуть присыпаем. И все. Кристина, а почему вы не пользуетесь скалкой, например, раскатывать, а только руками? Остинские традиции не позволяют нам пользоваться скалками, поэтому все делаем вручную. Секрет второй. Именно тепло человеческих рук делает пироги по-настоящему вкусными. И так с любым тестом. Теперь наступает самый ответственный момент. Придаем нашей заготовке форму пирога. Это делается плавными круговыми движениями от центра к краю, чтобы и тесто не порвалось, и начинка распределилась равномерно. И тут без особой сноровки не справиться. Но нам бояться нечего. У нас так готовит профессионал. Теперь отправляем пироги на сковороду. На сухую, да? Маслом не мажем, ничего, да? Не мажем. Угу. Чуть-чуть растопаем. Угу. А дырочку для чего делаем? Чтобы пирог дышал. Пирог готов, можно его ложить уже в печку. Температура где-то 300 градусов. Затем приходит очередь мясного пирога. Он требует какого-то особого мастерства или нет? Что делать? Нет, так же, как другие, только здесь идет и начинка, и тесто больше. Мы можем вот 600-700 грамм теста и столько же фарша. 700 грамм теста и 700 грамм фарша, да? Да. Кристина, а вы сразу научились делать пироги? Помните, как вы свой первый пирог делали? Он у вас сразу получился или нет? Нет, конечно, с первого раза редко что получается. Сколько надо испечь таких пирогов, чтобы уже набить руку и стать настоящим мастером? Наверное, надо пару сотен. Пару сотен? Тесто на этот пирог делается немного толще. Печется он тоже дольше остальных. Пирог готов. Ставим в печку? Да. Через 15 минут будет готов.
Так, тоже дырочку делаем. Тоже. А вот смотрите, Кристина, вот я видела пироги, вот хычины карачаевские, да, я видела, как делают тесто, и внутрь наливают воду. Мы этого не делаем? Можно в начинку добавить немного воды. Если мясо суховатое, то можно добавить. Ну, будет хорошо печься и сочно. Затем делаем на нашем пироге надрезы. И пропечется быстрее и красиво. К этому времени как раз и угли прогорели. Печь готова. А пока наши пироги будут готовиться, расскажем о них интересные факты. Осетинские пироги – это очень древнее блюдо, берущее свое начало в кухне древних кочевников, предков современных осетин – скифов, сарматов и алан. Эти круглые пироги упоминаются еще в старинном нарском эпосе. Рацион кочевников был всегда скуден и ограничен – злаки, травы, мясо. Друши им были неизвестны, поэтому древний пирог – это всегда лепешка из пресного бездрожжевого теста, где в качестве начинки используется сычужный сыр с небольшим количеством трав – дикого лука, черемши, свекольной ботвы или мяса. Пирог был особым блюдом еще и потому, что его нужно было выпекать в печи, а для этого нужно было остановиться и приготовить продукты. При кочевом образе жизни это было сопряжено с большими трудностями. Поэтому пироги были связаны с особыми случаями в жизни племени и пеклись нечасто. Ну вот, наши пироги готовы, можно доставать. Теперь их нужно обильно, не жалея, смазать сливочным маслом. Благодаря этому тесто становится нежным, а начинка сочной, и пирог просто тает во рту. Осетинские пироги для осетин – это не просто пироги, они имеют сакральный смысл. На праздничных мероприятиях и торжествах их подают по три. Верхний – солнце, земля и вода. А вот на траурных мероприятиях их подают по два. Верхний убирают, солнце умершему уже не понадобится. Местный пирог – фыджин – всегда подается отдельно. Это блюдо для праздничного стола. Можно пробовать. В Осетии этим правом обладает старейшина. Только он может разрезать пироги и распределить их среди присутствующих за столом. Это особый ритуал, который сложился после принятия аланами христианства. А потому это не просто пир, а еще и песня Богу. Эти три пирога сегодня сделаны Всевышнему. Всевышний, который покровительствует нам, который дает нам возможность двигаться по этой жизненной дороге. Посвящены они святому Георгию, святому Хетагу. Да пусть процветает мир в этой республике, в этом селе и в этом доме. Аминь! Покупая осетинские пироги и угощая им гостей, помните, что это самый древний на земле вид пирога, первая пища кочевника, которой он благодарил небо, землю, солнце и воду за то, что он жив, здоров и может пасти свои стада и кормить свою семью. Ну что ж, наше телевизионное утро на канале «Россия-1» подошло к концу. В 14.30 смотрите «Вести», а в 17.15 моя коллега Ольга Савенко ждет вас у экранов. Непременно подключайтесь, будет интересно. Пока!